Вечная память и слава героям, которые защищали страну от фашизма. Сегодня в Бисмисе со всей страной вспомнил всех тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны. Торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби, по традиции состоялся у площади у Вечного огня. Площадь возле Вечного огня имеет большое историческое значение. В годы войны на фронт уходили именно отсюда. Из Бийска в ряды Красной армии были призваны 25 тысяч человек. Почти половина домой не вернулась. Победа далась большой ценой. И сегодня жители города, представители администрации, кадеты и школьники еще раз поклонились подвигу дедов и прадедов. Погибших на фронтах Великой Отечественной войны они почтили минутой молчания. А после возложили цветы к мемориалу. Сегодня в Бийске остались не так много свидетелей тех страшных событий, и лишь единицы смогли прийти сегодня к мемориалу. Что вы помните про 22 июня 41 года? А 22 так получилось уже, воскресом, что ли, получается. Мы с отцом перекрывали крышу в домике в частном. А отец, конечно, сразу... У него очень плохое настроение стало. Кто сказал-то, ты помнишь? Что война началась, вот как ты узнал? Крышу перекрывали? На крыше сидели, но кто-то там крикнул? Люди, да, идут, разговаривают, а люди сразу мрачные стали.